Рецепт. Куриное бедро 1 штука, картофель 1 штука, морковь 1 штука, свежие огурцы 1-2 штуки, лук 0,5 головки, яблоко 1 штука, яйцо 3 штуки, растительное масло 150 мл, горчица 0,5 чайной ложки, лимонный сок 0,5 чайной ложки, соль по вкусу, уксус чайная ложка, чеснок 1 зубчик, черный перец молотый 0,5 чайной ложки. Начинаем подготовку к салату. Огурчики залить водой и убрать в холодильник на пару часов. Они станут плотными и хрустящими, как только что с грядки. Морковь смазать маслом и завернуть в фольгу. Также подготовить картошку. Даже яблочко полить маслом и в фольгу. Будем запекать. Куриные окорочка посолить и приправить, как вы любите. Я солю и перчу. Из фольги получился хороший конверт для запекания. Курицу и овощи, фрукты засовываем в холодную духовку и запекаем до готовности. А тут и час прошел. Достаем огурчики, срезаем с них попки. Разрезаем пополам и кладем в мешочек. Чеснок нарезаем лепестками и добавляем в огурцы. Посыпаем огурчики солью, перемешиваем и убираем в холодильник еще на часок. В итоге яйца сварились вкрутую, курица, овощи и яблоко запеклись, все охладить и можно нарезать.
Когда все ингредиенты тепловой обработки остынут, можно приступать к салату. Нарезаем лук меленько кубиком. Заливаем лук кипятком и добавляем уксус. Пусть постоит, помаринуется минут 10. Картофель и морковь режем кубиками. Не забываем слить лук. Нарезаем запеченную куриную мякоть без костей. Яйца тоже кубиками, все кубиками. И даже огурцы, это же оливье. А теперь яблочный майонез. В емкость влить яйцо, ложку горчицы, щепотку соли и масло. Взбить блендером. 2 минуты и майонез готов. Смешиваем его с печеным яблоком тоже при помощи блендера. Кожуру и сердцевину не используем. Проверим на соль. Все взбить, вспушить и заправить салат. Этот салат хорош всем, все витамины и минералы в продуктах остались нам. Даже майонез содержит только то, что мы хотим, а не продавцы в магазине.
а еще необычный вкус. Я подал его порциями, выложив в кольцо. Это красиво. Кольца можно сделать из консервных банок. Я купил в магазине, где раньше все было по 50 рублей.